Немножко обратил внимание, я тут далекие яблоки, он там нормально в расстоянии, возле этой станции. Называется Вроцлав Зерняки. Вот смотрите, то, что самое удивительное. Вот, кстати, сейчас покажу. Значит, под железной дорогой небольшая, не речушка на самом деле. А если вы заметите, что течет слив, да, с населенного пункта, и течет вот такая вот херня, типа как стиральная вода, вот это помои, в общем. Вот они текут, вот, вот и все. Вот немножечко дегтя в сторону Польши, как бы. Вот вода как вода обычная, ничего дождевая. Вот она вытекает чистая, какая должна быть. Просто желобок. А вот что идет и течет себе, и течет. И кому это надо? Запах стоит специфически небольшой. Так что вот так вот. Вот